безусловно, нужны условия для проведения досуга. Два года назад, безусловно, мы, так сказать, внимательно смотрим за социологическими опросами и тем, что волнует сегодня наше население. Вот два года назад удовлетворенность обеспеченностью спортивными сооружениями Петрозаводска и вообще жителей Калидии была на очень низком уровне, поэтому очень активно занимаемся развитием спортивных сооружений вместе с монополистами, ну, с такими как «Газпром». Помимо газификации республики, «Газпром» строит целую сеть спортивных сооружений, 18 спортивных площадок открытых с искусственным покрытием уже построено. Сейчас строятся три ФОКа. Это